твою. Это круто. Блин, не то сделал. Что такое? Ну что, это как ты себя чувствуешь? Нормально? Вот это вот тема бессмертия. Тебя, считай, не тронут. Так, нам сюда. Почему же так туда показывали? Сейчас везде тут все осмотрим. Почему тема бессмертия? Потому что очень много возможностей. Одна из возможностей это... Да, все-таки нам туда. Одна из возможностей... Так, стоп, она же, смотрите, у нас слишком много аптечек, и я думаю, лучше нам взять патроны. Хотя тут три патрона, что-то брать. Или ты три обоймы, вот хрен знает. Ладно, не буду. Все, ну, почему? Потому что очень-очень опасные. Вот эти, из этих штук они вылазят. А опасные вот эти кубики. Блин, вот там смазано. Очень хорошие вещи эти вот стазисные и кинезисные усилители. Так, опять мы в какие-то... Глава 18. Машина инопланетян. А вот эта штука, что значит? Наверное, назад можно как-то пройти. Чё? Иди сюда. Охренеть. Электрошоковый модуль. Кислотная ванна. Зашибись. Но это, наверное, аптечки как ровно стоят. Это, наверное, как раз такие вот на оружие, типа вот как у меня стазис, да, усилитель, а там... Не понял. Стазис усилителя. А это вот кислота, видимо, какая-то. Подожди, а куда нам? О! Мы на точке? А что нам надо сделать? Доставить кодекс к машине. Ну... Ну ладно, давайте, надо нам все равно куда-то идти. Давайте сюда пойдем. Тут, конечно, дичайше темно. Так, ну это нам не влазит. Это нам особо-то и не надо. Тут тоже какие-то двери. Мы что, тут были, что ли? Это открыть нельзя. Эдик, тебе вообще тут не стрёмно? Это же жесткое просто сумасшествие какое-то. Ну да, после Ишимуры и после этого ему уже нечего бояться. Так, может тут что надо? Ладно, сейчас подумаем. Ну сюда вроде ничего нельзя засунуть. Поэтому мы идем дальше. Так. Вот тут уже что-то интересное. А, тут энергию надо врубить. Ой, не то, не то, не то. А, ну на, вы видите, какая хорошая вещь. Зашибенная просто. Ладно, завались. Давай, вот эти штуки мы раздолбим. Ну, всё. Нормально. Давайте нам ресурсы теперь. Потому что мне не влазят патроны. Вот, я штуки, их стоит только попросить. Так, это текстовое, наверное, сообщение. Личный дневник. Понять смысл чужого языка оказалось куда труднее, чем я предполагал. В чем-то он похож на древних эскимосов Земли. Обилие суффиксов, которые полностью меняют смысл слов, составляют бесконечное число комбинаций для полисинтетической структуры, позволяет
вместить в одно слово смысл целой фразы. Например, это слово из двух букв означает источник энергии. Добавляют разные языки. Ну, как в русском языке, да, вы же знаете, что русский язык потрясающий язык, богатый очень. Конечно, он сложный, но все же, и можно гордиться. If you've made it this far, you're now deep in the heart of the machine. From here, there appear to be two primary configuration points. One to the west, that you have no doubt already activated, and another to the north. If they can be properly composed, well, to be honest, I don't exactly know what will happen. The only advice I can offer is this. Be observant. The clues are out there. Ну, сейчас идет цена логика начинается в игре. Так, ну нет, энергетический кластер. Ну, отлично. Че, аптечки сейчас будем загонять. Так, качать давайте вот это вот. Что тут у нас? Темп стрельбы. Плюс 2. Улучшенная цепь создания из распространенных элементов материалов с черного рынка. Что это значит? Давайте темп стрельбы. Урончика качнем. Во, 2 урона, 2 перезарядка. Это вообще шикарно. Темп стрельбы. Что тут у нас еще есть? Урон. Обойма. Перезаряд. А тут чувствует 2 урона, 2 темпа стрельбы. Далее. Что это, кстати? А, то есть он не улучшен даже. Ну ладно, давайте. Темп стрельбы сразу. Нет, давайте обойма. 2 урона плюс обойма. Сразу перезаряд. 2 урона плюс перезаряд. Красавцы, чё? Качаем дальше. Темп стрельбы. Не идет. Тут тоже пока ничего не идет. Урон. Так, а здесь обойма. Вот, 2 перезаряда, 2 обойма. Здесь. Давайте. Темп стрельбы. Это у нас. На какой идет, я забыл. Это у нас, по-моему. Это гранатомет. Гранатомет. Ну тогда давайте этот. Обойма. Вот урон плюс обойма. Здесь на обойму будем идти. Все. Здесь что мы делаем? Здесь точнее. Таким вот образом мы переносим все и возьмем немножечко обоймы. А, да, отлично. Все. А, подожди, стой. Там еще эта кислота какая-то была. Бот на станке, вот как раз таки. Мне все равно надо было возвращаться. Все. А, так, вот тут вот, на верхней. Нельзя кислоту поставить? Подожди, или на какой? Вот сюда. А! Подожди, только вот сюда можно. Поджигатель. Во, можно поджигатель. Кислотная ванна. Во, окружающий заряд кислоты, которая впоследствии наносит урон цели. Вот это круто. Давайте, вот кислотная ванна. А насчет патрона я что-то ничего не помню, что там было. Ладно. А, здесь у нас... Я что, все модифицировал? Ну, пущай. Пилорез. Электрошоковый модуль. Ну все, красавцы, чё. Сразу мог выходить. Так, куда нам дальше? Нам все прямо, все прямо. Так, чё тут у нас? Во, 16. А было 20. А, да, странно. Здесь уже 43. Странно, ну ладно. Так, ну давай, куда там дальше еще надо? А, ну в ту же точку, наверное. Сюда, да? Сволочь. Кислота нет. Да, вроде кислота. Ну-ка. Ну
как тебе нравится, нет? Кислота на все действует. Ой, это кто? А, он, это просто он такой жирный. Давай, распигать его. Ясно, если я увеличу дальность у своего вот этой, у своей пилы, как вы думаете? Ну, это круто будет? Ну, она будет дальше пилить, как бы. Болгарить. Нормально. Пока меня все радует. Так, нам сюда. Замечательно. Где подсказ? А, блин, в оба надо смотреть, нам сказали. Ха-ха. А вот. Два вниз. Два вверх, так что ли? Я забыл просто. О, все правильно, ничего себе. Да. Мы случайно назад не вышли. Будем доверять нашему датчику. Что за звуки? Так, по-моему, мы здесь не были, да. Здесь ящики вон разбросаны везде. Кто там топает? Так, вот с этой сейчас попробуем походить. Сволочи. О, стазис на них, вот эта самая тема. Он же замораживает их. Давай! Собаки, а? Нет, смотрите. Нет, стреляй! Чё? Чему? Стой! Стой, почему он не стреляет? Подожди, стреляй! Почему он не стрелял? Подожди, надо туда куда-нибудь. В безопасную зону. Во! Отсюда давай, руби, нафиг. Руби, давай. Всех руби. Давай, кислота, как тебе нравится? Соляная, сам извергал. После того, как перебрал немного. Охренеть их тут. Давай, долби его, долби. Фигать. Красавцы. Еще эти тут. Перезаряд. В сторону отбегай. Давай, отрубаем клешни. Ну, что там? Да, все, ну, спокойно, Айзек, у нас такие пушки классные, что-то не ссы. Протянем. Главное сосредоточиться. Ща это побежит, тварь. Кто там? Это что за балет? Ой, пульс какой у тебя учащенный. Это что-то с него упало. Ну, я жду вас. Обалденная вещь этот стазис. И самое главное, что не расходуется он ни хрена. Так, я просто думаю, я там все собрал с этих. Так, а нам туда. Ой, пердит там кто-то. Ой, слышу, шумеет. Ой, шумеет. Вот гады. Ползучие. Еще сам главное, что-то говорят. А, понял. Ах ты, нет, смотри. Ты что, мало, что ли? Обалдеть. Пилу надо на них. Наконец-то отдал мне. Так, тут ящик где-то был. Вон там. Так.
Во-первых, здесь бота надо оставить. Чтобы он нам ресурсы, так сказать, дал, да? Дальше вот эта штука. Это ко мне идет. Вот эта тема тоже ко мне. Аптечки пихают нам. И понимаешь их намеки. Зачем они их там пихают, аптечки-то? Так. Одно вверх, одно вниз. Подожди, одно вверх. Я сказал одно вверх, по-моему. Одно вверх, одно вниз. И потом, по-моему, две. Вот так. Да, правильно? Да, я красавчик, я знаю. На этом языке было сказано, что да, я крут. Так, сколько там? Так, опять сейчас полетим, наверное. И там причем обратный вход есть, видите? И, типа сделан. Давай, готов? Бабах! Сейчас чуть сложнее, думаю, будет. Сейчас наверняка какие-нибудь препятствия в виде сраных некроморфов. Вон уже что-то горит там. Грыжи опять надо облетать эти. Точнее, не опять, а грыжи опять. Их надо облетать. Смаш-хит, короче. Так, в воду прыгай. Бульк. Отлично. Какие-то прям не Dead Space-овские технологии. Так, ну что тут? Ну, по сравнению с первой частью, конечно, игра пока... Нет, я вот смотрю, да, игра вроде неплоха. А по сравнению с первой частью, конечно же, изменена очень. Очень изменена по сравнению с первой, да? То есть, если во второй игру просто слегка модернизировали, скажем, изменили, то... Точнее, улучшили, улучшили, то здесь ее изменили. Так, ну чё, я не хочу на тебя подходить. А, он же замораживается еще. Ну ладно. Твою ты налево, что там сзади происходит? Давай, долби его. Вот, смотри, нормально патрон теперь. Так, отстреливает. Шишкан ему этот. Я жду вас. Тихо, давай. Ах ты. Мразь. Ну ладно. Чё там, еще кто-то? Эти сейчас быстрая будет.